Готовим котлеты из минтая. Нам понадобится минтай, у нас два их, вот, лук, чесночок. Еще нам понадобится батончик, несколько кусочков. Зальем его молочком. Ну вот пусть батон набухает молочком, а мы займемся рыбой. Порезали минтай на крупные куски. Вот такие вот. У нас необычный будет рецепт, потому что минтай для котлет надо сначала отварить. Такой рецепт мы видели в интернете и вот хотим попробовать. Пускаем в кипящую воду нашу рыбу. Ну вот мы вытащили отваренный минтай. Ну мы варили их 3-5 минут только. Если чудок, он, если он не доваренный, но он все равно дальше жариться будет. Когда варить, то сразу можно воду подсолить. Вот, мы подсолили воду. Ну, а можно, когда и фарш делаешь, и тогда можно подсолить. А теперь отделяем кости от мяса. Вот разделали рыбу и складываем в блендер. Хлебушка размоченного добавим сюда. Лучок с чесночком положим. Вот. Вот сейчас измельчим. Вот мы все измельчили в блендере, а теперь яйцо добавляем. Перемешиваем. Теперь солим еще. Попробовали фарш, чудок недосолен. Вот подсаливаем. Перчик черный добавим. Снова все перемешаем. Ну, теперь лепим котлетки, обваливаем в муке. Вот, слепили, ложим на тарелочку. Во. Вот, налепили котлеток. Жарим котлеты. Перевернули и дальше жарим. Вот вторую порцию котлет жарим, рыбные котлеты. Ну, вот сколько у нас котлетка из минтая получилось. Сейчас будем пробовать.